Ребята, всем привет! С вами крошка Настя. Сегодня у нас в Удотми вышло новое обновление, где появился новый питомец за 600 робуксов. Прямо сейчас я его купила, дала ему родельку и посмотрите, как прикольно он выглядит. Давайте я поскорее посмотрю на него трейды. Ребят, первый трейд, и посмотрите, какой он прикольный. Флэрит вот такой вот новый питомец, ну, относительно новый. Додо и Райт вот такой вот динозаврик из нового яйца. Давайте я попробую согласиться, просто интересно, согласятся или нет. А, сразу отклонили, ну, понятно. Так, этот человек мне снова кинул трейд, и теперь предлагает только Додо и какого-то тасманского тигра, понятно. Так, он снова мне кинул трейд, но на этот раз предлагает вместе вот с этим легендарным питомцем вот такую вот райд макаку и яйца. Ну нет, я не особо хочу посмотреть еще трейды. Как-то слишком часто мне стали предлагать этого питомца, это уже другой человек, ну ладно, я не буду соглашаться, этого маловато. Так, вот такой вот райд гвардейский лев, но он не совсем такой уж ценный. Обычный скелет рейдс, вот такая жабка, маловато. Райд снежная сова, райд красный бык, еще легендарная кошка, ну, неплохо. Так, вот такой райд дракончик, его убрали и поставили райд голдхорна, ну, в принципе, получше даже дракончика. Вот такой вот флэрайд золотой грифон, прикольно. Райделька и флэрайд аксолотик. Интересно, аксолотиков у меня много, поэтому мне еще один, наверное, ни к чему. Вот такой вот райд пингвин, его убрали и поставили флай аликорна. Аликорна у меня тоже много, ну и я думаю, этого маловато. Вот такой вот райд хамелеон и райд лошадка. Хамелеон достаточно прикольный питомец. Двое моих подписчиц подарили мне подарочки, спасибо большое. Вот такой вот флай церберус, маловато. Флай райд гусь, интересненько, неплохой питомец. Райд ленивец, его убрали, что же поставят? Вот такая райд кошка легендарная, ну понятно. Неоновая улитка, ну прикольненько, неплохой питомец. Снежная сова, вот такие вот пэты, ну нет, этого точно мало. Меня как-то слишком часто стали узнавать на серверах, неужели я становлюсь популярити? Обычный аликорн, маловато. Флай белый мишка, вот такая райд лошадка, интересненько. О, Райт Фрост Фури. В принципе, давайте я, наверное, соглашусь. Я надеюсь, мне согласятся. Да, ребят, я смогла затрейдиться. Вот такого вот Райт Фрост Фури я получила в этом видео. Думаю, это прикольный трейд, потому что уже буквально на следующий день за этого питомца будут предлагать, ну, не такие хорошие трейды. Ну, ладно, ребят, вот такое вот видео получилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.